Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялся очередной муниципальный форум «Управдом». Решаются проблемы. Буквально, если эта проблема быстро может разрешиться, она бывает на следующий день уже решена. Студенты факультета соцобеспечения и права колледжа Московия посетили пенсионный фонд. Мы очень делаем большую ставку на то, что к нам все-таки придут молодые. Первый матч «Спарта НК» в розыгрыше Кубка Европы сезона 19-20 годов. «Спарта! Чемпион! Победит сегодня он!» На форуме «Управдом» всегда можно задать интересующие вопросы сотрудникам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Встречи проходят регулярно в разных точках муниципалитета. На этот раз форум состоялся в Молоковском поселении. Это уже пятый по счету в текущем году. Побывал на нем наш корреспондент Максим Козлов. Очередной форум «Управдом» собрал представителей руководства муниципалитета, сотрудников управляющих компаний, неравнодушных жителей. Вместо официального вступительного слова – музыкальный номер. Несмотря на громкое название, форум, по сути, «Управдом» – это беседа, в которой может принять участие любой желающий и вынести для себя немаловажного. Члены Ленинской ассоциации, председатели советов многоквартирных домов, под эгидой которых проводится форум, являются лекторами на обучающих семинарах про ЖКХ, проводимых Министерством ЖКХ Подмосковья. У нас ассоциация существует уже 4 года, и за это время помогли не меньше, чем нескольким тысячам человек. То есть не только по Ленинскому городскому округу, но и в других, по всей Московской области мы ездим и с лекциями, устраиваем круглые столы, проводим конфликтные комиссии с участием администрации, управляющих компаний, коммунальных служб и активных жителей. Заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков с помощью наглядной презентации познакомил жителей с нюансами нового порядка вывоза коммунальных отходов и порядка оплаты этой услуги, после чего ответил на вопросы собравшихся. Решаются проблемы. Буквально, если эта проблема быстро может разрешиться, она бывает на следующий день уже решена. Если это письменное заявление, то есть рассматривается, потом, соответственно, мы получаем ответы на все интересующие нас вопросы. Александр Усков также рассказал о том, что в Ленинском городском округе в тестовом режиме начала работать новая электронная система. Она позволит контролировать работу каждой мусоровывозящей машины, как в плане точности выполнения графика вывоза мусора, так и с точки зрения чистоты мусорной площадки. Водитель обязан подъехать к этой площадке, зафиксировать ее состояние, соответственно, провести операцию по загрузке мусора и сфотографировать еще раз. Кроме того, в автоматическом режиме будет фиксироваться время, когда водитель совершил эту операцию. Соответственно, если график будет нарушен, информация об этом сразу появится у оператора, контролирующего процесс. Он делает выборку и смотрит, из 100 площадок 10 площадок не вывезены. Он немедленно направляет региональному оператору данные по этим 10 площадкам, что они не вывезены. Региональному оператору дается 1 час на обоснование причин и последующие 4 часа на ликвидацию. Более 50 человек собралось в этот вечер в здании Молоковского ДК «Буревестник». Всего же в этих мероприятиях за год приняло участие более 500 человек. И это не предел. Во всех муниципалитетах проходят 1, 2, 3, максимум 4 форума, да, это управдома, это раз в квартал. У нас уже 5-й, впереди нас еще ждут 2 форума. Следующий будет в ноябре, военный городок Петровская. И итоговый форум 13 декабря будет во дворце спорта, как обычно, он будет предновогодний. Поэтому 13 декабря тоже всех приглашаю. Форум традиционно проходит в конце рабочего дня в 18 часов, чтобы в его работе могло принять участие как можно больше граждан и узнать немало интересного. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Управление пенсионного фонда номер 8 «Видным» сегодня принимало гостей. Студенты второго курса факультета соцобеспечения и права колледжа Московия на практике познакомились с особенностями работы по своей будущей специальности. Экскурсию посетила и наша съемочная группа.
Чтобы освоить профессию, необходима не только теория, но и практика. Студенты профессионального колледжа Московия начинают выезжать, что называется, на поля уже с первых дней обучения, задолго до настоящей производственной практики. Вот и учащиеся второго курса отделения соцобеспечения и права посетили управление пенсионного фонда номер 8, чтобы поближе познакомиться с работой этого учреждения. Студенты уже заранее могут посмотреть, чем мы занимаемся, могут определиться с выбором своей дальнейшей профессии. А также, конечно, мы очень делаем большую ставку на то, что к нам все-таки придут молодые кадры. Заместитель начальника управления Юлия Филатова провела обзорную экскурсию по филиалу фонда. Ребята узнали, какие функции выполняет консультант на ресепшн, где предоставляют СНИЛС и как он сейчас выглядит, в каких случаях и где выдается материнский капитал, какие виды пенсии бывают, кому положены выплаты и как их оформить. Мы указываем все персональные данные, вид пенсии, который мы хотим назначить. Их вот видите, сколько много видов. У каждого свой. Ребятам рассказали, как выглядели самые первые трудовые книжки, появившиеся в 1938 году, и чем их заменили сейчас. А также студенты узнали, как с помощью сайта Пенсионного фонда России рассчитать свою будущую пенсию и понять, как ее увеличить. Для Даниила Васильева учеба в колледже – лишь промежуточная ступенька по пути к желаемой цели. Он мечтает получить высшее образование в области государственного управления и работать в органах власти. Сегодняшняя экскурсия показалась ему очень интересный. Все очень понравилось, как все работает, структура. Каждый человек может прийти сюда и получить любые ответы на вопросы. Впрочем, специализация ребят не ограничивает их работы только лишь в пенсионном фонде. Также мы сотрудничаем с ЗАГСом Ленинского муниципального района. Да, в будущем планируем отвезти наших студентов и в суд, то есть для показать места прохождения практики. Такие экскурсии позволяют студентам окончательно определиться с дальнейшей сферой деятельности. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 20 октября состоится Всемирный день борьбы с остеопорозом. Сегодня в студию мы пригласили Джамилю Первердиеву, врача-эндокринолога взрослой поликлиники города Видное, чтобы поговорить об этом заболевании. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что из себя представляет это заболевание? Заболевание остеопороз – это хроническое заболевание, при котором кость теряет свою плотность. Тем самым она становится более хрупкой, подверженной к переломам. И это опасно тем, что при малейшей физической нагрузке возникают переломы. Чаще всего, если пример приводить, это при падении с высоты собственного роста, когда просто пациент идет, он спотыкается, например, даже дома об свой ковер, и все, и получается перелом либо дистального отдела запястья, либо шейки бедра, который самый страшный для нас перелом, потому что большой риск инвалидизации при этом переломе. Также при тяжелых случаях остеопороза перелом возникает даже при малейшем кашле. Это уже когда очень такой запущенный случай. А также перелом у нас возникает, при тряске в поезде. В таком случае обычно переломы возникают поясничного либо грудного отдела позвоночника. Это компрессионный перелом, когда позвонки они сдавливаются. А также еще хочу сказать по поводу причин остеопороза. Причин остеопороза очень много. Это у нас, например, генетическая предрасположенность, это эндокринные заболевания различные, которые перечисляют, там их очень много. Это, например, возраст, пол пациента. По статистике у женщин, у них 2 раза чаще возникает остеопороз, чем у мужчин. После 45 у женщин, потому что возникает постменопауза. И при этом женские гормоны, они снижаются, а они у нас отвечают за костеобразование. И у мужчин это возраст от 65 лет, когда снижается уровень тестостерона. Вы рассказали об очень серьезных проявлениях этого заболевания. А есть ли какие-то симптомы, по которым болезнь можно предупредить? Симптом обычно, с которым приходит пациент, это перелом. До этого симптомов никаких не бывает, потому что заболевание такое молчаливое. Обычно приходят уже с переломом, чаще всего к травматологу, а те уже, в свою очередь, направляют к эндокринологу, чтобы обследовать дальше. Либо они приходят с болью в спине. Терапевт, например, лечить свой остеохондроз. И там при обследовании уже выявляется, что есть именно потеря костной ткани. Там, в анализе мы видим повышенный кальций, парадгормон повышенный, и дальше начинается дальнейшее обследование. А какую можно провести профилактику, чтобы не заболеть? Профилактика – это рассчитано сперва, мы смотрим на причину этого остеопороза, например, изменение образа жизни. Курение, алкоголь тоже приводит к снижению именно костной плотности. Физическая активность, потому что физическая активность там помогает
усиливать каркас мышечный, тем самым переломы возникают реже. Это профилактика витамином D, препаратами кальция, либо улучшить рацион питания, там есть побольше молочных продуктов, рыбы, потому что витамин D там ну, содержится. Но это дорогая процедура, лучше, конечно же, препаратами это все восполнить. А можно ли излечить остеопороз или это все-таки хроническое заболевание? Это заболевание хроническое, его можно только проводить профилактику, чтобы предотвратить возникновение остеопороза. Либо уже, когда остеопороз есть, это поддерживать на каком-то определенном уровне. И наблюдать там, ну, всю жизнь, можно сказать, наблюдается пациент с остеопорозом, и назначается какая-то определенная терапия, ну, там уже смотрят от анализов, от исследований, диагностики всей. Большое спасибо за эту беседу. Надеемся, что наши телезрители обратят внимание на свое собственное здоровье. А я напомню, что мы беседовали с врачом-эндокринологом взрослой поликлиники города Видное Джамилей Первердиевой. Наш следующий сюжет – подтверждение тому, что мечты сбываются. Самое большое желание его героини – быть как все. Понимая, что это невозможно, она пробует учиться тому, что, казалось бы, для нее тоже недоступно, и делает успехи. Наградой за стремление к жизни стало исполнение еще одного большого желания девушки. Все секреты раскроет Татьяна Брылова. Урок танца. Учитель показывает движение, ученица повторяет. Казалось бы, ничего необычного. Но необычно все, ведь юная танцовщица прикована к инвалидной коляске. Ноги крепко держат ремни, поэтому все делается при помощи рук. И плавные движения, и управление коляской, что очень даже непросто. И тем не менее, это танец. Очень позитивный человек, не сидит на месте, развивается постоянно. Мы с ней работаем вот этот год и уже успели на конкурсы съездить, выступить. Активная очень и очень жизнерадостная, готова к любым переменам, учить все, что ей даю. Она готова ко всему. Ольга Варламова признается, танцевать мечтала всегда, но даже боялась об этом сказать. Какие танцы, если ноги не ходят, а руки не всегда послушны? Но год назад волонтер центра Вера Александра Рахвальская предложила девушке попробовать. И Оля с головой окунулась в ритмы танцев. И чем сложнее задача, тем больше азарта. Чувствую облегчение, потому что я над этим танцем, над барыней, работала долго, потому что для меня этот танец оказался тяжелее физически. Потому что вот в этом танце нужно прилагать больше усилий. Мама Ольги, Марина Николаевна, поддерживает увлечение дочери, понимая, что именно это и есть стремление к жизни, а не просто существование. У нее появился интерес. Интерес выйти из дома. Интерес, ну, как бы продвигаться в этом, потому что человек, который на коляске, который сидит дома, которому тяжело выбираться из дома, и получается, что теперь есть цель в жизни. Наверное, это и вызвало интерес главы муниципалитета Валерия Венцеля, который, узнав о необычном увлечении девушки с ДЦП, захотел с нею познакомиться. И это стало настоящим сюрпризом, ведь Валерий Николаевич исполнил еще одну мечту Оли – побывать на концерте одного из любимых ее исполнителей. Оленька, мы тогда тебе вот такой символический билет вместе с мамой. Вам тоже придется участвовать в этом концерте. Приходите завтра на концерте, вот, послушайте нашего исполнителя, да, Григория Лепса. Кстати, концерт совпал с днем совершеннолетия нашей героини. И такой праздник Ольга наверняка запомнит навсегда. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Для «Спарты НК» стартовал международный сезон. В первом домашнем матче розыгрыша Кубка Европы наша команда принимала турецкий «Бешикташ». О том, как прошла игра, расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. «Спарта! Чемпион! Победит сегодня он!» Иначе и быть не может. Первый период хозяйки провели на высоких скоростях и имели преимущество в 6 очков. Однако к большому перерыву увеличить отрыв в счете не удалось. Наоборот, турецкие спортсменки после второго игрового отрезка вышли вперед. Правда, всего на 1 очко, а значит, дальше игра должна была только раскрыться. По ходу игры, конечно, езде прибавлять.
То есть девочки чувствуют, что мы можем и переломить ход игры, и был отрыв даже в 6 очков. Это очень важно, потому что Бешикташ – это лидеры Кубка Европы. Матчи на международном уровне всегда самые интересные, ведь в таких поединках за российские коллективы болеют любители спорта по всей стране. В силе турецкого баскетбола сомневаться не приходится. За 3 последних года команды этой страны дважды брали Еврокубок. А потому поддержка на трибунах – важный фактор на пути к победе в матче с мощным соперником. Мне почему-то кажется, что будет ничья, потому что обе команды сильные. Наши очень сильно стараются, но те тоже очень здорово играют. После 3-го периода счет был равным, а значит, результат матча зависел только от игры в заключительной 10-минутке. Баскетболистки Спарты НК умело защищались и атаковали, в то время как Бешикташ испытывал трудности с попаданием в кольцо соперника. Убедительная победа российского клуба в 4-м периоде подвела итог противостоянию с турецким коллективом. Счет 80-71 ознаменовал удачный старт видновчанок в Еврокубке. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.